Оба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть растение против зомби 2. И, ребята, новое растение. Трусогриб. Так что погнали, протестируем его. Обязательно лайкосик, залетай в телеграм, это очень-очень важно. В общем, конечно, мы на Египте протестируем. Для начала, я не знаю, любой уровень, ребята, любой. Не, ну последний, наверное, не будем. Какой-нибудь... Давай 10-й попробуем. Ну-ка, 10-й можно выбирать растения? Просто в некоторых я уже не помню, я честно уже не помню. Каких можно, каких нет. Можно. Итак. Кого мы с тобой возьмем? Давай вот так. Что еще будем брать? Можно вообще чисто банду такую собрать, но мне больше всего интересует, конечно же, вот это. Трусогриб, ребята, он вернулся. Боже мой, он вернулся, чуваки, я прям очень счастлив. Погнали. Поглядим. Трусогриб добавили, наконец-то, во вторую часть. Итак, 25 солнышек, боже. Боже, бедный, родной, давай, стреляй. Но он, кстати, быстро вообще, смотри-ка. Я вот не знаю, он будет ли исчезать, ребят, вообще. Так, сюда давай. Тут уже по факту двоих надо. Ну, вот этот спокойно там нейтрализует цель. Давай два. Пусть два. А он должен прятаться, по идее. Так, смогут уничтожить? Братишки. Бань. Не вовремя. Ля, они спрятались. Да вы жуки, блин. Спрятались они там. Ну давай так работаем пока что. Ля, они все прячутся. Ну конечно. Ладно, работаем. Господа. Ну выносят. В принципе выносят, кстати. Так, тут... Давай. Могилы надо, конечно, уничтожать. Там видишь, почему их так много? Потому что мы, по идее, на предыдущем уровне получили награду могилоед. Вот почему так много. Этого я, чувачка, нейтрализую. Пофиг. А, ну тут, смотри-ка, кстати. У него вроде сильнее ульта будет работать, если рядом будет еще трусогрибы. О! Сейчас мы поглядим. Ульта! Что, блин? Вот это интересно сейчас было, потому что, смотри, мы, короче, заюзали ульту, я так понял, 3 на 3. 3 на 3 действует. То есть самое прикольное, это, короче, посередочке просто удобрение фигачить вот для этого трусогриба, и там целые ряды прям будут плевать. Давайте, плюйте, мои родные, плюйте. Сейчас мы протестируем, дорогие. Сейчас только волна начнется там, и будем работать, да, пацаны? Готовы? Ну тут, блин, мало этих братишек, поэтому... Поэтому работаем. 25 солнышек всего. Так, ну давай, братаны! Хорош! Не, ну это было прикольно, кстати. Это было прикольно, ребят, смотрите. Смотри-ка. Так, отлично работаем, ребята. Так, готовы? Так, куда? Даже не знаю, где посильнее-то. Все? Давай. Хорош. Не, ну слушай, это прикольное растение. Первый уровень, между прочим. Ну, довольно сносно. Довольно сносно, ребята. Так, квест комплит. Тут все хитренько. Так, протестировали мы здесь. Давай. Слушай, где бы еще его протестировать? Ребята, есть идея? Я, если что, сейчас на стриме. Кстати, залетайте на стримы. ВК Лайв, все дела. Ссылочка в описании, там стримлю. Так, может,
пиратское время? Погоди. За 25 солнышек, как горохострел. Да, реально. Слушай, погоди. А помнишь, где пушка была? Ну-ка. Вот, на 12-м? Может, на 12-м? Ну, я не знаю, сейчас можно выбирать? Сейчас мы кое-что сделаем. Не. Блин. Это прикольная, кстати, игра. Мини-игра. Прикольная. А, чуть дальше давай пойдем. 13 уровень. Мое счастливое число. Давай, погнали. Погнали. Вот. Отлично уже. Уже отлично, ребята. Так, нормально. Две тысячи, да? Ну, будет. Все будет. Все будет, родной. Все, мы сейчас поглядим, как он здесь будет работать. Против чаек. Вот это вот все. Зомби. Молодец. Плюй, родной. Родной, плюй. Так. Мы пока что потихонечку, ребята. Ну, слушай, он прям горохострел. Реальный. Офигеть, и можно его... Четыре редка поставить. Плюс он будет как защита работать. То есть, я так понимаю, чуваки будут жрать его. Куда, попугай? Погоди, а что? Проблема, чуваки, прям проблема. То есть, ты понимаешь, попугай это... Когда он летит, вообще никак не это. Не законтрить. Ля, да вы чё, блин? Ну, пацаны, его работаем. Чё делать? Работайте. Блин. Тут реально просто вот так вот надо тогда делать, чуваки. Реально, раз мы 25, посмотри, мы уже накопили сколько. Ты посмотри, сколько мы накопили. Так, работаем, ребятки. Молодцы. Так, стоп. Жвачка. Слушай, ну это прикольно, а? Вот смотри, попугай летит. Ну, не, по идее, смотри, как бы... Ну да, такое себе. Ну, за 25 рублей забирай, братан. Так уж и быть. Надо было посередочке. Ребята, там же 3 на 3. Все. Мы с тобой разобрались. Все супер. Так, а он... Интересно, вот сейчас он будет хавать. Ну да, он как бы стопается. Это вообще шикарно. Тем временем, чуваки, уровень, чтобы пройти. Сколько там нужно солнышек? Ладно, мы его, если что, не... Как-то проходим, да, я вижу. Хотя, может, и пройдем сейчас, погоди. Погоди, родной. Погоди. Погоди, может, еще и пройдем, кстати. Ля, погоди. 2000, может, и накопим сейчас еще. Секунду, ребятки. Так, 1500. Все делаем для того, чтобы проходить. Так, отлично. Ну тут понятно все. Никак не посадить, кстати. Все, 2000 есть. Блин, боится, бедный. Когда-то он был не бро, но по факту он бро. Он бро, реально, ребята. Все в первой части. Что во второй? Можно работать, реально. Так, чувачки, готовы? Погнали. Офигеть, дальность хорошая. Можно работать. Найс. Так, Modern Day, давайте, ребята. Давайте в Modern Day зайдем. Теперь последний. Хотя по факту можно и чё. Ну, что-то типа... Ну, маловато, а? Давай еще какой-нибудь уровень. Сейчас выберем. Дикий Запад не хочу.
Блин, ну вот этот клевый, вот это вообще клевый, ребят. Давай. Хотя сейчас лето, понимаешь? Сейчас лето, боже мой. 14-й. Ну-ка, поглядим, что там у нас будет. Кстати, он еще при ульте отбрасывает. Нет, 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 нет. Тут прям даже написали текстом, что давай выживай вот с такими растениями. Понял. Понял, точно нам не сюда. Я понял вас. 16. Блин, ну это тяжело. Сейчас поглядим, что там будет. Массивная атака написана. Да блин, ну. Ищем этот уровень. Против Гаргантюа, как ты думаешь, выстоит? Ну, понятное дело, с ультой. Только с ультой, ребят. Конечно же. Малый грипп за ноль. Трусогрипп не бро. Да я помню, я так говорил, ребята. Но по факту он все равно бро. Он тоже бро. Правда. Потому что если его на последние рядки как бы сажать, там выгоду можно очень хорошую сделать. То есть можно вот так вот, например, сделать. Так, смотри. Микстейп-тур. Сейчас будем чисто назад их садить. Это вот не зря мы в первую часть с тобой играли, да? Хардкорную. Так, где идет? Вот тут. То есть как бы тактики, они клевые. То есть он далеко стреляет. Он прям на всю площадку. Это очень здорово. Но вот против этого, конечно, у него шансов. Ну, давай вот этого поставим. Тут понятно. Против Ола. Чувачка, это будет тяжеловато. Такая спокойная, хорошая музыка, ребята. Опа-опа, пошла дискотека. Тихо-т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 ихо. Найс, ребята. И на самом деле тут так-то убирать надо этих. Но мы так пока что их поставили, эти подсолнухов. Потому что если мы чисто трусогрибами будем пользоваться, ты понимаешь, это все 25 солнышек. Все дела. Так, ну мне вот тут не нравится больше всего. Пошли отсюда, ва. Челы. Ну смотри, за 25 мы... Ой, блин, он очень слабый. Конечно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, чувачки, успокойтесь. Хорош, хорош, красавчик, красавчик, но наверху проблема. Блин, надо было нам что-то взять на этот случай. Блин. Поскакал, родной. Тут еще выживи. Так, нам надо защитить, ребята. Нам надо защищать ряды. Давайте, соберитесь. Опа. Молодцы. Эти челы будут, походу, очень долго. Давай вот так сделаем. Брап. Отлично. Хорош. Так, ну и давай модерн. Давай, в эклизе только за подсолнухами. Угу. Так. Не надо туда. Сюда, господа. Итак, друзья, какой мы уровень с тобой выберем? Ну давай 18-й. Давай, на рандом. Теперь
Посмотрим, на что он способен. О, господи, там еще и быки, там еще и зомби с газетами. Слушай, ну тут что-то надо взять. Что-то надо взять, 100%. Давай как-то подстрахуем. Подстрахуем его, потому что, ну, блин. Вот так, хотя бы вот так вот, ребята. Погнали. Давайте, господа. Ну, блин, я тоже последнего это поставил. Пофиг, пофиг, ребята, ничего страшного. Где музыка? Баг этот знаем. Ну, что это такое? Ну? Сегодня что-то, ребята, что-то как-то тяжеловато идет, а? Что-то тяжеловато. Еще и зомби на шаре, это же капец. Это же капец. О, музыка пошла. Так, ну давай сюда поставим. Трусы-грибы, вперед! В атаку. Сюда. Сюда, дорогой мой. 50 солнышек получаем. Быстро-быстро ставим. Музыка пропала. Ну ладно. Ребята, представьте, что у вас там сейчас играет. Этот баг, я не знаю, честно. В чем прикол, но в общем, он иногда фиксится, а иногда нет. Фиксики, работайте. Нет, фиксики не хотят работать, ребята, сегодня. Сегодня у них выходной. О-о-о! Музыка пошла. Отлично. Найс. Шарик, шарик, шарик. А могу я шарик? Ну-ка, кабачок, мистер кабачок. Пойдет, родненький, лучший, просто лучший. Не знаю, Рили. Молодец. Побольше труса грибов. Да, побольше. Как ты думаешь, замахает вот этого? Давай, 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 трое. Втроем, 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 пацаны, вперед. Красавчики. Да, доску он установил, конечно, но ничего страшного. Если что, мы сейчас подстрахуем. Так, есть проблема. Проблему нейтрализуем. Дружище. Ой-ой-ой, не надо тут газет. Бро, бро. Ой, хорошо, там хорошо, там хорошо. Так, вот с этими я даже не знаю. Давайте расправимся, наверное... Ага, вот так вот, значит, да? Ну, газонокосилки все целы, кстати. Так, готовы? Ну, пофиг, пусть так будет. Ой, наверху вот это вообще атас. Ну вот как поддержка, прям вообще идеальное растение. Тем временем, ребята, сколько у нас поддержки? Это уже основное растение получается. Какое, какая, блин, нафиг поддержка? Ой, блин. Ладно, ребят. Да не, ну можно другую поддержку в плане таких сильных растений, как вот вишневая бомба, вот кабачок, вот. Какая поддержка, а это, ну, в принципе, можно использовать, то есть дешево и, оп, прошли, прошли, между прочим. Лайкосик, бро, залетай в Телеграм, бай-бай, дорогой братишка.